Всем здрасте! Продолжаем проходить нашу любимую зеленую долину. И сразу же опережу вопрос, откуда у меня столько денег. Друзья, у нас прошел стрим, на котором мы выполняли различные контрактики. И на стриме мы взяли два больших контракта на свеклу и на уборку хлопка. Соответственно, за контракты 220 тысяч мы получили и доходы от продажи урожая еще 223 тысячи. Это за излишки свеклы с двух полей. И еще продано тюков 43 тысячи, это излишки за этот самый, за хлопочек. Так что сейчас мы богаты, и в первую очередь, друзья, я, конечно же, хочу вернуть кредит. Уплачиваем его, потому что нам чужого не надо, мы будем на своих деньгах жить. Во, 207 тысяч у нас остается на балансе. Этого, в принципе, на этой карте не так уж и мало. И что же мы сегодня будем делать? Во-первых, друзья, у нас созрело наше поле с канолой. И, разумеется, его нужно убрать. Несмотря на то, что уже 7 часов вечера, оно только созрело. Что-то как-то я профукал момент с пассивом. Но ничего страшного. В общем-то, канолку мы сегодня соберем. Также, друзья, в прошлый раз мы купили лесопилочку и попилили немножко леса. И она у нас полностью забита, как я посмотрю. Бревна еще остались, а короткие и длинные доски у нас тут по максимуму. Соответственно, мы сегодня из этих длинных и коротких досок построим остановки, которые нам в будущем понадобятся для рабочих. Соответственно, на карте всего лишь 3 остановки, и мы все 3 сегодня запустим стройку. Для каждой из них нужно по одному поддону длинных досок и по одному поддону коротких. У нас все это дело есть, остальное все скинем на склад, или может быть даже сразу запустим в производство палетов. Правда, там пока нет работников, производство будет уже в следующий раз. Также, друзья, у нас на карте есть вот такое замечательное строение. Это мельница топлива. По крайней мере, так эта фигня называлась в 17-й версии карты, по-моему, если я ничего не путаю. Здесь у нас из канолы, которую мы сегодня соберем, соответственно, будет производиться топливо. Топливо нам надо, во-первых, и на заводах, и технику заправлять. Ну и, разумеется, мы сегодня купим, кроме вот этого предприятия, технику для заправки. Так что, в общем-то, погнали, наверное, начинать. А, друзья, я еще чуть не забыл, надо нам сюда поставить керхер, чтобы мыть технику. Поэтому начнем мы именно с этого. Керхер, я его поставлю пока что одну штуку вот сюда. И этот объект нельзя здесь разместить. Ну вот как так-то, а? Здесь вообще что-нибудь можно размещать? Можно вот сюда пихнуть. Но это не очень удобно, не очень правильно. А у меня вообще стоит здесь place anywhere? Не стоит. Мы сейчас поставим здесь галочку. Остальные галочки снимем. Теперь пихнем куда угодно. Нет, все равно не куда угодно. Как так-то? Блин, хочется именно около гаража поставить. О, можно вот сюда его пнуть, там где сушка для белья. Давайте вот сюда, хорошее место. Соответственно, теперь мы можем вот так вот подойти, взять в руки шланг и со всей силы помыть любую нашу технику, потому что мы ее не мыли еще ни разу. Во, в общем-то, вот так вот это работает. Теперь у нас здесь чистенький комбайн. Крутота. Также нам нужно купить вот такую вот хреновину. Одесский завод автозаправочных агрегатов. Ни хрена себе. Короче, топливная бочка для ЗИЛа. 4800 она в себя вмещает. Вроде как с нее можно заправляться. Я пока что все это не тестировал, будем пробовать. Так что мы ее покупаем. И, разумеется, к этой же штуке нужен грузовик. Это у нас модульная бочка. Поэтому грузовик возьмем такой же ЗИЛ, как у нас есть. Только давайте, наверное, покрасим его под цвет бочки в оранжевый цвет. Хоть это и не совсем круто смотрится. Также впихнем какие-нибудь номера, отличные от того, что у нас есть. По-моему, у нас там 266, поставим 586, дабы, ну, типа, реально все было. Так что ее мы тоже покупаем. Ну и, конечно же, нужно купить участок с предприятием. Это у нас будет вот этот вот маленький кусочек около 8-го поля. 61 тысячу стоит, мы его тоже покупаем. И все круто. На самом деле, не помешало бы еще и платформу взять, раз у нас есть деньги, чтобы палеты возить. Давайте, может, сразу возьмем? Или на кразе все будем возить, а? Такую вот штуку можно взять. 10 поддонов она все вмещает. Это, в принципе, на данной карте нормально. Давайте возьмем. Так, по дизайну, тоже номера, да? 3 восьмерки, 4 восьмерки. Не знаю, мне, в принципе, без разницы. Давайте, блатные номера у нас будут все восьмерки. Ну и, соответственно, нужен еще один тягач тогда. Поэтому, раз у нас такие зилы есть, возьмем вот такой. Его мы тоже оставим стандартного цвета. Пихнем номер какой-нибудь. 858. Пускай будет он. Его тоже покупаем. Во. Затарились сразу же. Соответственно, на этом зилке будем возить поддоны. Потому что на кразе, честно говоря, уже надоело.
Ну и вот все это дело. На самом деле, раз мы здесь, я думаю, что топливную бочку стоит заправить сразу же, дабы заправлять трактор. Я еще, кстати, не знаю, будет ли это все дело работать у нас с предприятиями, эта бочка. Но если что, у нас есть универсальная, чисто для перевозки всяких жидкостей. С ней, я думаю, все будет работать. В общем-то, давайте садимся в эту бочку и поехали поставим ее пока заправлять. Потекло дизельное топливо, это, увы, надолго, поэтому мы его заглушим, погнали, пригоним еще сюда и второго зила, вот этого. Слушайте, неплохо, неплохо выглядит, неплохо. Во, короче, поставим его, чтобы follow me вот спанул нормально. Ну и посмотрим, сколько у нас тут, 1,5 куба уже, ждем. А пока у нас, кстати, заправляется, я еще, знаете, что подумал? Давайте купим тогда сразу и заправку. 21 тысяча стоит этот участочек. Мы все равно будем на этой заправке платно заправляться, но это теперь будет наша заправка, поэтому все остальные фермеры будут тут заправляться, и эта заправка будет приносить нам пассивный доход. В общем-то, она будет работать сама, здесь не надо будет завозить сюда топливо, продавать его здесь. Просто она будет сама работать. В общем-то... Я не знаю, немножко, скажем так, по РПшим, что ли. Раз уж мы купили мельницу топлива, то почему бы и не купить саму заправочку. Посмотрим еще, сколько денег она нам будет приносить и как это будет выглядеть. А наша мельница топлива, почему я хочу назвать ее мельницей топлива, я не знаю. Но, короче, производство топлива вмещает в себя 50 кубов канолы и вмещает 100 тысяч литров топлива. Неплохо. У нас поле будет примерно 35 кубов, если верить игре. Но там на самом деле большие косяки при посеве были, оно посеяно трохи криво. Поэтому я думаю, будет меньше. Мы это сразу же все будем возить прямо туда, минуя наш склад. Научим нашего Валеру, который будет это делать, и он все сделает. Во, тем самым заправились. 6 тысяч топлива стоило, охренеть. Ну ладно, мы пока можем себе это позволить. Мы пока что живем и шикуем. Так, и давай отставать тебе метров 50. Все, у нас там какая-то деваха, короче, поедет за нами, а мы поедем на вот этом замечательном зилке. Вообще, кузов мне, конечно, салончик нравится больше, именно он, именно его. Такой, знаете, посовременнее выглядит немного. В общем-то, погнали. Ну что, друзья, наш автопарк потиху обрастает. Добро пожаловать к нам на базу новый ЗИЛ и топливник. Топливник это прям тоже очень хорошо. Давайте, наверное, загрузим нашу заправку, сейчас выгрузим. Проверим, как это дело у нас работает. Да, эта бочка не предназначена для транспортировки топлива, она только заправщиком может работать. Не знаю, нужна ли она нам в таком виде или нет, пускай пока что будет, соответственно, придется тогда подгонять к ее, к транспортному средству какому-либо и заправлять. Давайте начнем с трактора, тут как раз довольно-таки мало топлива. Во, бочка работает, как заправщик, как транспортировщик нет. Но ничего, я уже говорил, что если что, есть вариант купить другую. Ну давайте тогда комбайн, посмотрим, что там в нем. Он уже несколько уборок сделал. А, у него еще топливо до хрена. Ну и ладно. Хорошо, тогда выставляем убирать поле, пацанов. Ну что ж, 16-е поле, 35 кубов обещает быть урожая. Увы, мы даже, наверное, не сможем это все дело проконтролировать. Наш любимый ротор отправляем, в общем-то, в работу. Кто у нас там поехал? Некий Валера поехал. Хорошо, это неплохо, пускай, в общем-то, едет, убирает. Хотя, видите, от места к месту, возможно, урожай почему-то все время меняется. Также есть МТЗшка. Вот он стоит тут, в общем-то, тоже какой-то Жорик или это девушка? Это девушка. Но некая она страшная. Ладно, пофиг, как она выглядит, главное, чтобы хорошо работала. Короче, барышня, вам нужно разгружать вон тот комбайн и возить все это дело на производство топлива. Карта у вас есть? Короче, катайтесь на здоровье. Ну что ж, друзья, мы тогда поехали строить остановки, насколько я понимаю. Для этого нам понадобится наш новый ЗИЛ, который мы только купили. Поехали сначала на лесопилочку.
загрузим поддоны и будем уже смотреть, что там дальше делать. Приехали. Короче, нам нужно 3 вот таких вот поддона с короткими досками и 3 поддона с длинными досками. Они все по 6 кубов, и тот, и другой. И, в общем-то, давайте погрузим это все дело на платформу. А фиг мы это аккуратно погрузим. Короче, воспользуемся автозагрузкой, наверное. Давайте только мы их поставим поближе к машине, чтобы он лишнего не нахапал. И то же самое сделаем с длинными. Я думаю, мы их просто вот сюда вот выгрузим, освободим место. И сразу же все зашуршало, как место освободили. А, и у нас, короче, они улетели сразу же. Один хорошо, ничего страшного. Они улетели на склад, да? Надеюсь, что на склад. Или на производство. Не, на склад, все нормально. Ну и ладно, без разницы. Потом закинем на производство. И вот этот, соответственно, тоже достаем тогда. И вот, сейчас на зелке все это дело погрузим. У нас же есть автопогрузка здесь, правда? Оп, да. Есть. Они, правда, блин, друг друга сливаются, это не очень прикольно. Блин, мне на самом деле это не нравится. Надо, короче, как-то их аккуратно погрузить ручками. Я не придумал пока как, потому что места им не хватает, явно. Ха, они то один падают, то второй. И есть вариант, конечно же, несколько ходок сделать. Сначала отвести длинные, потом короткие, но это не для нас. Все равно кувыркается, ну что ж ты будешь делать-то, а? Во, вот так норм будет, я думаю. Ладно, погнали, притащим длинные. Во, нормально, да? По центру, почти. Вот так, нормально. И два поддона сюда еще тоже улезет, без проблем. Вроде норм, вроде даже как-то более-менее ровно это все дело стало. Если вы хотите, друзья, быть таким же сильным, как Вася, то кушайте по утрам кашу. Теперь мы закрепляем ремни, все это дело привязываем. Не самым ровным образом оно привязалось, потому что не самым ровным образом я это все дело сложил. Но, в общем-то, не суть важно. Поехали тогда строить нашу первую остановку. Что ж, инструкция, как положить ЗИЛ, все выполнено. Не надо сгруженным быстро ездить и резко поворачивать. На самом деле, нам немножко повезло, что здесь оказалось дерево, и может быть мы сможем как-то перевернуться? Нет? Нет, он не может сам перевернуться. А ведь не так-то и много не доехали, кстати. Кстати, надо проверить, не высыпались ли у нас доски. Поскольку мы проезжали через триггер выгрузки, где идет производство палетов, ящиков, контейнеров и всего прочего. Оп. Нормальный толчок. И там могли случайно не разгрузиться, но нет, везде по 6000 литров, это хорошо. Ладно, поехали дальше. Так, подъезжаем вот сюда. Не знаю, наверное, не очень аккуратно мы, конечно, стали. И, насколько я понимаю, вот сюда вот надо высыпать доски. Работник, усталый работник. А ну-ка там не бибикать мне. Тут стройка идет. Все, проезд закрыт нахрен. Да, надо, кстати, ремни отстегнуть. Не, про это что-то как-то забываю периодически. Ну и давайте первый поддон тогда с длинными досками. Перетащим это все дело на остановку. Да, вот сюда вот просто и оно разгружается. Медленно разгружается, но уверенно. Отлично. И нужен еще поддон с короткими досками. С ним, наверное, будет происходить то же самое. Да. Оставляем, в общем-то, просто здесь. Почему-то у нас здесь появились... вот они рядом стоят, типа загружены. Замечательно. Остановка, строительство. В общем-то, строительство пошло. Но меня, знаете что, беспокоит? Я не знаю, где находятся остальные остановки. Я без понятия. Я знаю, что их здесь 3. Но вот что это за место? Это, похоже, около сахарного завода, что ли. И есть еще одна остановка. Где же ты находишься?
переход, железная дорога. Надо, в общем-то, ехать искать. Вот так вот. Привязываем опять все ремнями. В общем-то, надо это все дело ехать аккуратненько. У нас тем самым темнеет, кстати. Я еще ночью здесь не играл, но у нас сегодня, увы, ночная уборка. Никуда от этого не денешься. Опс. Какой некрасивый вид от после перевернутого. Ладно, погнали. Посмотрим, может, где-нибудь будем проезжать, увидим. Смотрите, вот у нас здесь переход, справа железная дорога, и это место очень похоже на автобусную остановку. Стой, друг, давайте-ка посмотрим, потому что мне кажется, что это здесь. Да, остановка, с первой угадал, мы ее нашли. Так, господа ДПСники, а ну-ка идите там дорогу перекройте, а мы пока отстегиваем ремни и, в общем-то, давайте тоже поддончики сюда закинем. Оп, да, пошло, и, соответственно, один с длинными досками, не сигналь там. Погнала. Хорошо. Ремни пристегиваем и поехали искать следующую. Но там, по-моему, была стенка завода какого-то. Я, честно говоря, даже понятия не имею, где это. Так что будем просто куролезть и искать. А дальше ехать нельзя. Я понял. И меня еще что, трафиком зажало, что ли? Вы что там, охренели совсем? Я хоть выберусь-то отсюда? Я еще и выбраться отсюда не могу. Вот тяна. Я, честно говоря, пока разворачивался, задолбался этот руль крутить. Ладно, поехали искать остановку. Она где-то должна быть около стенки какого-то кирпичного здания. В общем-то, надеюсь, что недолго будем ее искать. Ну, я думаю, там ее не будет, надо ближе к населенному пункту искать, поэтому давайте-ка развернемся, наверное. Там был еще один поворот, надо еще ту местность прочесать. Не, ну охренеть теперь, вы видели, как он в меня въехал? А я, между прочим, на главной был. Слушайте, ну вот тут вот хорошее место для остановки. И сзади вон кирпичное здание, которое мы видели. О, вот она. Я угадал. Блин, я думал, я буду их дольше искать. Замечательно прям. Отцепляем ремни и закидываем это все дело сюда. Ну что, короткие не закидываются? О, пошло. Не гунди там. Во, слушайте, все замечательно. Да, я очень неудобно стал и теперь мешаю трафику, и он мешает мне. Гениально. Ну и что мы будем делать, как мы будем здесь разбираться? Тут уже вон пробка собралась. Не, ну Вась, конечно, может силой просто подвинуть свой агрегат или просто оставить все вот так. Во, нормально, короче, все разрулили. Ну что ж, тогда встречаемся дома. Друзья, давайте сначала проконтролируем нашу мельницу. Да, сюда, кстати, уже завезли один прицеп канолы, и уже, соответственно, появляется дизельное топливо. Здесь вот эта вот штука как-нибудь работает. Мы об этом пока не узнаем, но, скорее всего, нет. Но зато здесь вот такая вот анимация есть. Ну, действительно, мельница топлива ведь. Топливная мельница. Я не знаю, как это правильно называется, я не очень в этом разбираюсь. Я разбираюсь, что здесь лягушки квакают, это да. В общем-то, сюда немножко завезли канолки, вон она лежит в ящике. Нормально, пацаны вроде как пока справляются. Дамы и пацаны. Ну и остановка у нас, в общем-то, на стадии строительства. Можно открыть, кстати, здесь посмотреть. Ага, 1000 литров в час. То есть 6000 литров будет перерабатываться. Стройка 12000 литров. 12 часов она будет строиться. А, в принципе, к утру-то будет готово. Неплохо. Ну, то есть к 8 утра. Хорошо. Кто там, блин, уже опять сигналит? Трактора тут. А ну-ка, брысь отсюда. Едут они тут с плугами. Рабочий день закончен, только мой колхоз работает еще. У меня будет вечная работа. Мне пофиг на время. Короче, паркуем нашего зилка новенького здесь, и он будет стоять, в общем-то, его будет законное место.
рядом с Кразом. Потом я придумаю уже, как их поставить покрасивше. Слушайте, нормально все, да? А что это мы вот здесь вот не убрали, я не понял. А я, наверное, знаю. Потому что у нас почему-то здесь немножко бобов, да? Твою ж мать. И как много ты не убрал? Не так уж и много. Ладно, потом вручную доубираем. Да, я понял, комбайн просто сначала забитый канолой не захотел воспринимать соевые бобы и, соответственно, дальше тоже не захотел. Такое иногда бывает. Но нормально, работают, пацаны. Работают. Да, кстати, ночная уборка выглядит вполне себе симпатичненько. Лично для меня так вообще норм. Самолетик он сверху летает. Слушайте, вообще лепота. Четенько все. А вот здесь вот было у нас не засеяно, насколько я понимаю. Или здесь у нас было не засеяно. Почему-то где-то, видите, срезалось под корень, что называется, а где-то нет. Как-то непонятно. Ну и ладно. Так, у нас сейчас там комбайн выгружается, и трактор поедет на мельницу топлива сразу разгружаться, потому что, скорее всего, он набьется полностью. Не, ну деваха здесь реально страшная. Блин, ну девушки, да что с твоими руками не так? Я, в принципе-то, понимаю, что не так, но выглядит это все равно ужасно. А еще он почему-то катится назад все время. Понятно, ладно, уйдем с дороги, потому что она сейчас поедет. Нет, и не помню, какой у нас объем просто ПТС-ки, но он сейчас на 93%, да. Но он все равно поедет, по-моему, разгружаться сейчас, но не будет на 100% набиваться. Сейчас развернется, уедет с дороги, чтобы не мешать комбайну. Эй, ну куда ты поехала? А, все, разворачивается, все нормально. Выезд с поля-то у нас здесь находится, где-то здесь, по-моему, да? Да. Хорошие ребята, на самом деле, иногда лодерничают, но в целом-то неплохие, работают. Правда, глаз за глаз за ними нужен, но все у них, наверное, будет нормально. А комбайн поехал дальше собирать канолку. Кстати, они довольно быстро убрали довольно большую часть. Два прицепа тут получилось. Ну да, где-то 35 кубов и будет, в принципе. Потом об этом узнаем. Там трактор едет, я слышу. Да? Да, поехал. До свидания. В общем-то, друзья, на этой оптимистической ноте будем заканчивать эту серию. Она вроде как получилась не очень длинной, но мы сделали большую работу. Мы запустили два производства сразу. Во-первых, стройку остановок. Мы их все нашли, везде отвезли. Доски и длинные, короткие, все поотвозили. Также у нас появилась новая техника для перевозки всякого барахла. Не столь габаритная, как КРАС. Поменьше можно поддоны возить и все остальное. Технику на ней, конечно, не повозишь, но поддоны само то. Ну и топливная вот эта хреновина у нас появилась. Сможем теперь технику прямо в поле заправлять с помощью нее. В следующий раз мы купим газика. Вот такого вот. Он у нас будет для перевозки людей использоваться. И будем с помощью него возить работников. Разумеется, запустим мы производство палетов. А также, скорее всего, пустимся во всякие карьеры, добыча угля, гравия и так далее. Что-нибудь из этого, в общем-то, будет, потому что оно нам понадобится. Стройматериалы у нас будут использоваться для постройки дамбы или плотины, без разницы. Мы, друзья, этим обязательно займемся. Ну и, разумеется, между всем этим делом будет стримец, на котором будут контрактики, пофармим денег, поболтаем за жизнь. Не знаю, как по мне, стримы довольно весело проходят. Мне все это дело нравится. От вас же я попрошу лишь лосика. Ну и пишите ваши комментарии. Может быть, у кого-то есть идеи, что запустить пораньше, чем карьер и всякое такое. Ну и будет аргумент, почему стоит это сделать раньше. Я же с вами тогда на этом прощаюсь. Чтобы не пропустить стримец, кстати, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик. Чтобы стопудово не пропустить стримец, можете вступить в группу ВКонтакте. В описании есть ссылочка. Там есть тоже замечательная кнопочка «Получать уведомления» справа находится. Нажимайте на нее, и перед каждым стримом всегда есть анонс, и так вы не пропустите все это дело. В общем-то, друзья, всем спасибо большое за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.